Наверное, самое тяжелое дело – молиться и просить о чем-то у мучеников. Почему? Я нахожусь на месте Ганиной ямы, где уничтожили тела жертв после страшного зверского убийства неповинной царской семьи Николая II. Когда я там находилась, попыталась представить события той страшной ночи. Людей, обстановку. Но тут же поняла, что мой ум не в силах вместить даже малой доли происходившего здесь. Хотелось просто молчать. Мыслей не было никаких. Меня объял ужас, страх, боль за кощунственное злодейское убийство царской семьи Романовых. Потом как-то было так, что все как-то светло стало. Просто думала о том, что они сейчас у Бога, что они молятся за нас, что они святые. Действительно, это где-то в детстве у меня было ощущение того, что это просто какая-то необыкновенная семья. И до сих пор остается. России с 1917 года начались небывалые по жестокосердию и жестокости гонения за веру. Как писал один церковный писатель, православная Россия оказалась на Голгофе, а русская церковь на кресте. За все время существования рода человеческого не было такого открытого бунта тварей против Бога. Никогда и нигде еще не выступало так нагло зло. Убив царскую семью, злодеи-большевики сделали это для того, чтобы уничтожить самую память о том, как жила Россия за многие столетия своего существования. Они стремились вытравить в русском народе тот светлый дух, в котором жила святая православная Русь. Последний царь со своей семьей был убит именно как царь православный за православие свое. Господь дал нам заступников, молитвенников за землю русскую и за каждого из нас. Мученики – это всегда очень честно. Это христианство без полутонов. Это одно короткое «да». И неизбежен стыд, потому что начинаешь сравнивать себя и свою веру с ними. А смог бы я? Почему мученику трудно молиться? Потому что мученик вместе со Христом поднял крест и пошел на страшные мучения. Поэтому им как-то даже стыдно жаловаться на свои мелкие житейские неурядицы. Любая наша проблема кажется мелочью в сравнении с их крайним, радикальным и страшным в своей радикальности подвигом.
хороша память мучеников. Вспоминайте их крест. Совесть не позволяла им смотреть на Христа распятого просто со стороны. Они смотрели на Христа распятого, на пронзенные его руки, ноги, на терновый венец, на скорбный его лик, и в какой-то момент говорили так: «Господи, я больше не могу со стороны наблюдать, как ты там находишься на кресте. Больше мне совесть не позволяет, поэтому я встану и пойду, хотя бы тебе ноги подержу или хотя бы рядом поплачу». А что это значит быть вместе со Христом? Это значит тоже добровольно взять какой-то крест подвига в своей христианской жизни. И этот добровольный крест подвига будет как раз крестоношением вместе со Христом.